Забрать. Какие же вы твари, конечно. Боже. То, боже. Тебе что, не нравится, что ли? Ну, сейчас как дам тебе подзатыльник. Эй, ты сейчас как запретку стрельну. Нам тоже запретками стреляете. Ну, хочешь проверим? Я запреток отправлю. Не надо, не надо, я пошутил. По почте? Ну, давай. Ага. Не-н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 е-все пидорасы ебаные, бля. Осуждаю! Осуждаю, ты даун! Кирилл, ты даун, что ли? Кирилл, осуждаю. Кстати, это слово вроде даже запрещено. Я знаю, он тупо две запретки сказал. Ну, Кирилл реально, ну, хоре. А зачем ты еще одну запретку кинул? Это не запретка. Влад, это запретка? Что ты запретку кинул? Ну, это. Я не кидал запретку. А я хз. Я не знаю, какие там вообще запретки есть. Только две знаю. Или три. Я читал. Я читал правила. Что ты несёшь? Кирилл, хватит. Осуждаю, все, максимально осуждаю просто. Ты такой придурок! Просто замьють его. Ты такой придурок! Я вообще еще раз кинул запретку! Здорово, бомжи! Ущемление бомжей! Кто не понял? Кирилл кинул уже три запретки. Кирилл, еще одна. Я не знаю, сколько там запреток надо для пермача, но надеюсь, что еще очень много. Он сейчас такой. Не. Бидо. Бидо ли в пол? Мне показалось. О, нифига только два человека смотрят, это я и Дима, походу, да? Да. А это реально? Наверное. Боже, какие же вы дронные коллайдеры! Кирилл вообще крутой, он кинул три запретки. Он самый лучший человек. Типа он такие вещи на Z. Z? Ты что? Что бывает? Что бывает? Боже, как вы относитесь к тому, что Кирилл каждые несколько секунд запретку кидает? Все очень плохо, я не знаю, что с вами произойдет. Знаешь, просто сейчас на втором часу стрима просто окажется, что я уже давно заблокирован Twitch канал из-за того, что этот умнейший человек на свете три запретки стрельнул. Да он самый гениальный человек на свете. А как ты к этому относишься? Да мне, ну я не знаю, типа... Обед... Крайне положительно. Да, обед уютненько просто. Я считаю, он уже поздравит тем, что нужно еще одну запретку. Он даун. Не, это не запретка. Кидаем запретку еще одну, я считаю, в честь этого. Мы грамотные люди. Боже, Кирилл, кстати, молодец, он кинул три запрятки, ему вообще посрать. Потом, прикинь, Влад, ты станешь популярным стримером. Кстати, я тебе советую, кстати, Влад, скрыть этот стрим и запустить новый. А что будет? Влад. А просто если ты станешь потом популярным, может быть... Я кинул запретку. Понимаешь? Опять тигры, это просто издевательство надо мной. Вот я вот хочу запретку сказать, но не могу, потому что как бы это недовольство к человеку. Да. Кстати, осуждаю. Боже, кстати, я ненавижу свой сказать. Рандом, просто рандом полное, говно полное, дерьмо. Кстати, ненавижу. Кирилл, я осуждаю, потому что да. Потому что да, вопросы. Он там запретки стреляет. Да он вообще, ну каким-то, как таким можно быть, я не понимаю. Просто. Короче, идите вы все в жопу, я пошел смотреть этот Breaking Bad. Ой-ой-ой.
Так, я замучился. Я сейчас пойду, понимаешь, смотреть на все тяжкие. Нахер мне ваши эти запретки. Кстати, не грамотные люди. Арнольд Шварц. Вова, вы понимаете это, Вова просто. Влад, вот представь, прикинь, сейчас ты станешь популярным стримером с этой трансляции, и будут пересматривать модераторы этого твича, и потом окажется, что там вчера три запретки стрельнул. Ну круто, чё. Тебя просто примач. Здорово, пупсики. Боже, я... И понимаешь, на этом твиче я реально не знаю, что там говорит на этом твиче. Там реально каждое слово запретка. Чё? Видишь, у тебя Хилдеберг? Ну? Этот. Если там этот хейт будет N русская, и L поставит на Г, получится Нита. Нифига. Нита? О, понял. Нита из Brawl Stars? Да. Ну, Гриш, ты не шаришь, наверное. Нет, если ты заменишь L на G и D уберешь, то получится Ми. Да какого фига? Как она мне ХП сняла? Ой, блин, я запретку сейчас стрельнула, вспомнил. К. Книга. Там плохое. Как так-то? Боже, запретите К. Не знаю. Боже, запретите эти предметы на первую букву К. Там есть оскорбительное слово для твича. Запретите библиотеку. Крокодил. Вопросы? Твой папа попой тормозил. Запретите Ельцина, потому что если в море было лото, я бы стал бы водой. Я бы вообще умер. Не надо. Давай, Кирилл, еще одну запретку стрельни, плиз. Не надо, все, я... Бах! Мы как будто Влада в этих заложниках держим. Короче, требую добавить на стримах Влада рулетку, он будет каждые 2 секунды ее крутить, и потом окажется, и там, короче, будет задание стрелять запретку. Да. Нет, Гриша, стрельнуть пять запреток. Ну ты дру... Как вы относитесь к тому, что Кирилл кинул уже 3 запретки? Да он мне... Причем... Да он вообще не грамотный. Специально. Не, мне кажется, Кирилл знал то, что так должно произойти. Он гений. Не, он не гений, он кинул 3 запретки и... Не думает, что... Прикинь, если сейчас Полина запретку кинет на заднем фоне. Будет очень круто. Сейчас она, блин, я реально, если я кинет запрет, то надо, я кикну Кириллу, наверное. Кирилл, кстати, если ты еще одну запретку кинешь, то я тебе кикну отсюда. Понял. Обработал. Кирилл момент просто 3 раза запретку кинуть. Ну сколько нужно быть гениальным человеком, чтобы это сделать? Кому эти твичи нужны, надо этот... Запретки стрелять. А чё не... чего такого-то? Подумаешь, запретку кинул и просто Влада забанили. Все. Пиши пропало. Хотя тебя еще не высвечивают, конечно. Вот. Представь, да? Вот если бы сейчас был уже сотка была на стриме, ты бы подох реально. Это понятно. А кто подох-то? Ты? Тебе, кстати, скорее всего, эту запись... Най, спасибо огромное, игра, то, что она мне фризит в тот момент, когда я хочу запустить уровень. Там кто-то реально заорал. Поля заорала за предку. Да! Запретку! Запретку! Зачем ты сюда пришел, Кирилл? Чтобы она реально орала вот на всю комнату? Это не я ее заставил.
Эти хрены, ты не я ее заставил. Ты серьезно, Кирилл? Это Дима ее заставил. Кирилл, ты серьезно? Чё? Третья, четвертая, точнее уже. Это Дима ее заставил, Поля говорит. Да? Нет. Она даже скрин может кинуть. Ну-ка давай мне скинь, бывай. Ладно, это я попросила. Вот ты тварь-то. Дима тварь просто. Все, короче, от них подальше, от греха чисто. Осуждаю максимально. А, ну боже, ну естественно опять сверху. Не, бомбы просто невозможно повезло. Результат хуже был в прошлый раз, когда я тренировочно делал забег. 59 секунд где-то было. Ну, кто там еще, наверное, Калимария сложный будет. Я вот самое главное не зафейлить на роботе. Фу. Даже если зафейлить, то все равно самый первый раунд. Даже самый какой-то обычный PB будет норм. Спасибо. Ой, хорошо, что снизу. Боже, самый тупой фейл. Да что? Так и знал, я вот так и знал, боже. Полное говно. Ну так и думал, в принципе. Ух. Так и думал, что какой-то говно произойдет, я прям вот знал. Good day for us. Well done. Now go.
Сейчас будет время сложное, я не знаю. This match will get red hot. You're up. О, ура! Повезло. Ты повезло. Ну да, спасибо огромное. Да, вот каким образом? Ну там же нереально было увернуться, вообще не дожиться. Это было быстрее, чем в прошлый раз. Жалко не за 15. Сэкономил бы хоть секундочку.
Here's a real high-class bout. Now go! Самое главное в спидране не нервничать. Ты чел много. Да, да, здорово, здорово. Ненавижу вот эту фигню. А, ну да, по дефолту он мне призывает эту парашу. Который нереально Обосрался. Без потери. Просто я позже, если вас на этих вот шипах, которые вот там вон. Просто надо за ними более внимательно следить, и не сдохнешь. Я умирал очень глупо, когда я тренировочный раунд делал. Спасибо. Индаво полезно. Боже такой. О, благодарю. Индаво реально полезно, слушай. Thank you.
Ну, на есть минутка. Это лучше, чем прошлый раз. Рандом. Сердечко попалось. Ну куда? Куда ты летишь? На, прикольно, прикольно. Не, опять это тупое говно не получилось. Боже, я так ненавижу этот глич, я вообще не понимаю, как его стабильно делать. Да улетай. Да боже, ну все, мы сейчас тут застрянем. Да, естественно, мою карту. Отлично. Да, это было, это долго было, врать не стану. Я думал, когда он умрет. Ну, естественно, если бы на этой мордышке не застрял, я бы намного за более мало времени прошел. Хозяева, хороший ли рандом. Ох. Мне кажется, что это полная фигня. Ну да, я думаю, что здесь замажу все.
Извини нас, Спирин, за 6 запретов. Я обосрался. Мы хотим принести свои извинения за наше поведение. С уважением, твои друзья. Спасибо за донат. Конечно, я вас прощаю, но вот реально. Этот аккаунт Twitch мне очень дорог, на самом деле. Может, у нас вопрос, наверное, будет чем? Сюда, боже! Секунду, ребятки. Надо тут.